Привет всем любителям кино! Технически «Майор Гром, Чумной доктор» — это первый полнометражный российский комикс-фильм, так как «Черная молния» или «Защитники» сняты по оригинальному сценарию, а не по комиксам. «Майор Гром» же имеет под собой десятилетнюю историю на страницах комиксов издательства «Бабл» и даже короткометражный фильм, вышедший в середине десятых, который, к слову, не будет иметь ничего общего с сегодняшним фильмом. А вот то, каким получился этот фильм, ответят критики. Павел Соломатин, «Интермедиа», оценка 4 из 10. «Майор Гром, Чумной доктор» оказался фильмом о борьбе предельно упрощенного и банального добра с предельно клишированным злом. Во вселенной, где существуют хранители, пацаны, Дэдпул и Джокер, трудно себе представить зрителя, которому это было бы нужно. Мир уже давно разделился на тех, кто супергероику не любит в принципе, и тех, кто ищет сложных и оригинальных историй на ее основе. Но, увы, весь имеющийся потенциал авторы растеряли где-то по пути. Владислав Шуравин, «Фильм.ру», оценка 6 из 10. Если опустить все сценарные и жанровые костыли, без которых по понятным причинам обходиться первому кинокомиксу сложно, «Майор Гром» — просто эффектный и ладно скроенный блокбастер. Да, незамысловатый и неоднозначный в отношении подтекстов, но по-настоящему зрительский и, в общем-то, почти всегда веселый. Алексей Тюренков, «Катанавты», оценка 7 из 10. Кто бы ни ставил бои в фильме, они явно вдохновлялись чем-то просроченным и немодным. Схватки камерные настолько, что даже бой один на один не помещается нормально в кадр. Кто куда бьет и, главное, зачем, разобрать не выходит. Все очень рвано и без изящества. Мариам Григорян, «Канобу», оценка «Хорошо». Разочаровывает только то, как сильно оторвалась реальность «Майора Грома» за пару лет производства от того, что на самом деле происходит в нашей стране. Образ полицейских, к сожалению, уже не складывается со свойским, теплым и добрым полковником Прокопенко, начальником Грома. Особенно фантастично и грустно выглядит Разумовский с его стремлением дать свободу в интернете всем и каждому. Его творение дарит каждому пользователю безопасность и свободный контент. А в России 21 года в это время заставляют банить телеграм-каналы, замедляют твиттер и запрещают аниме. Если получится закрыть на это глаза и удариться в эскапизм, «Майор Гром» действительно неплохое кино с завязкой на сильную франшизу. Андрей Загудаев, «Disgusted Man», оценка «Хорошо». Возможно, местами здесь не хватает экшена, где-то щепотки юмора, но «Чумной доктор» при всех своих недостатках – это один из самых внятных, ярких и профессиональных отечественных блокбастеров. Егор Аргунов, DTF, оценка «Хорошо». «Майор Гром» действительно качественный блокбастер, который хочется сравнивать с голливудскими. Здесь, например, нет обидных ляпов или плохой актерской игры. Все элементы картины работают почти без нареканий. А главный твист, если вас и не удивит, то точно захватит своей подачей. В целом, критики неплохо оценили первый кинокомикс. Ну а идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван, понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, будет много интересного.